просто засыпали землей, захоронили здесь вместе с горевшим сараем. Ну и не было тогда никаких вот таких могил, никто не выкладывал памятником. Скромный деревянный забор, и уже в послевоенный период времени такая скульптурка из гипса, скорбящая родина, мать, скорбящие женщины над этой могилой. Так было до 1969 года. В 69 году, когда уже начали мемориал создавать, оформлять наши архитекторы, ну вот оформили и так. Вы видите, темный такой черный даже мрамор. И венец памяти из более светлого мрамора, на венце памяти, символический венец памяти. На нем обращение погибших хатынцев, ну, конечно же, символическое обращение погибших хатынцев к нам живым. Оно написано на русском и белорусском языках. Читаем мы здесь, люди добрые. Помните. Мы любили житё и родину нашу, и вас. Мы сгорели живыми огнем. Наша просьба для всех. Хай жалобой смуток обернутся уму вместе с ним. Как смогли увековечить свой мир и спокойно. Как ни день, ни коли, у вихуры пожаров житё не уехало. Но кажется, кровь больше. Чёрты не пойти. На самом деле, никто не здесь усеивал. Вот посмотрите, какая неудобная дорога, правда?